Холлоуэй готов защищать временный пояс, хочет драться с Эдгаром. Временный чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй поделился ближайшими планами. «Я не собираюсь ждать. Буду защищать временный пояс 10 раз, если придется. Я хочу подраться с Эдгаром. Принял бы этот бой без раздумий». Он бывший чемпион, вернулся на победную стезю, и если я смогу убедительно победить его, то докажу людям, что заслуживаю пояс. Я пытаюсь вычистить этот дивизион. Я все время бросал вызов Чеду Мендесу, Жозе Альдо, Фрэнки Эдгару, каждый чертов раз я просил дать мне кого-то из топ-5. Мне просто не давали никого из них. Теперь я хочу драться с ними еще сильнее. Сюжетная линия стала даже интереснее, сказал Холлоуэй. Коди Гарбранд. Мне интересны денежные бои с Альдо и Макгрегором. Новый чемпион UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарбранд ради большого гонорара готов подняться на одну весовую категорию с Жозе Альдо и даже выше ради боя с Конором Макгрегором. Но провести следующий бой Коди планирует не раньше весны. О возможности боя с Жозе Альдо. Мне нужно сесть за стол с Даной Уайтом и Шеном Шелби и выяснить, какой бой для меня будет самым прибыльным. Я знаю, что могу подняться вверх на весовую категорию и сразиться с Жозе Альдо. Он побеждал моих одноклубников, он легенда, и мне хотелось бы испытать на прочность его челюсть. Я знаю, что бью сильно, но я только начинаю. Кажется, я видел заявление Альдо, что он хотел бы боя со мной, а я хотел бы испытать на прочность его челюсть. О Коноре Макгрегоре. Я бы мог провести крупнейший бой, поединок с Конором Макгрегором. Я с легкостью поднимусь вверх на категорию. Мой приятель Нейт задушил его, и поэтому я не могу поверить, что он на втором месте в рейтинге UFC лучших бойцов среди всех весовых категорий. Он знает, что я могу подняться до 150 фунтов, чтобы встретиться с ним в промежуточном весе. В этом дивизионе я для Конора самый прибыльный бой. У нас с Конором был конфликт на шоу The Ultimate Fighter. В дивизионе для меня есть много боев. Я достаточно молод, чтобы подняться вверх в другую весовую категорию и сразиться с любым. Вы смотрели новости ММА. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.